этаже. О, никого в нашем купе, можно все показать и рассказать. Ну, в общем, такое у нас купе. В общем, особенность этого поезда в том, что здесь нет еще дополнительной полки для багажа, багаж можно ставить только внизу. Ну и окошки достаточно низко, но на втором этаже гораздо удобнее, чем на первом. Места лучше покупать заранее, они тогда дешевле стоят. Каждому положены пакетики. Надеюсь.